Нетрезвая дама избила общественников на активистов трезвых дворов. Она напала за то, что те лишили ее пива. Бутылка спиртного оказалась для любительницы алкоголя важнее приличий. Женщина материлась и распускала руки. Подробности расскажет наш корреспондент. Ничего вы, блядь! Чего вы мне в ответ куда? В ответ ну, вам никто ничего. Ну, пожалуйста, такое? Возле оператора стойте, чтобы ему камеру не разбили. Ты его... Вот, грязь, женщина уже начала драться. Нетрезвая дама и ее изрядно подвыпивший спутник набросились на общественников из-за того, что активисты вылили их пиво. Пенный напиток пара решила распить прямо на детской площадке. А вот здесь, вот барматуха. Я сказал, ребята, мы уйдем. Агрессивно себя повела и другая компания. Лишиться двухлитровой бутылки пива не захотела эта красотка. Я его купила за деньги, это пиво. Я работаю на заводе. Так, давай, снимай. А эта семья пила прямо при ребенке, причем мать мальчика заявила, спиртное употребляет, чтобы охладиться в жаркий день. Жара такая, можно подумать, выпить. Жара такая, и что, нужно пиво пить? Да. К слову, пить пиво не стеснялись даже молодые мамы, а пенсионеры и вовсе злоупотребляли медицинским спиртом. И все это в одном дворе на улице Молодогвардейцев. Кстати, как отмечают медики, если человек выпивает хотя бы раз в неделю, это уже считается начальной стадией алкоголизма.